Всем доброе утро. Собрались мы в Богру. Сейчас 5 утра. Договорились с водителем на 5 утра. Но в итоге, как оказалось, он то ли проспал, то ли бенгальская точность, как обычно. Час плюс-минус. Это не опоздание. В итоге уже почти 6, а мы никуда не выехали. Ждем водителя. Все, мы приехали к первой локации. Вот она видна за мной. Дорога у нас заняла, чтобы не соврать, в общем, 3 часа до этого места. Плюс-минус не выспавшись, а поздно лег вчера. Поэтому такой уставший. Еще дорога такая. Ну, сейчас буду вам показывать. Сохранности здесь уже более 17 веков или 13, насколько мне не изменяет память. Сейчас поднимемся наверх. Здесь уже протоптанные тропиночки есть. Вот такая узенькая лесенка. Опа! что заехали мы вообще покататься на колесе обозрения, оно вот там вот за мной, его не видно. И называется это
отель, ресторан, ну, в общем, какой-то большой, Momo Inn. Здесь даже есть вертолет свой. А там вот в гаражике, вот там стоит вертолет. Зона посадки. Сейчас пойдем посмотрим, что здесь вообще есть. Что с чем едят. Может, в кафешечку какую-нибудь сходим. Итак, вертолет. О, 10 минут. Да. Готовятся уже к празднику. Так, что по ценам в ресторанчике в этом? Бангламен гри кофе. Бангламен гри кофе, он кофе. Кофе? Есть, 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 есть. Okay. Они пьют кофе. Шри-Ланка. Ну, местный кофе? Ну, местного же нет. Они... Покушали мы в отеле. Пятизвездочном. А кушали в ресторане. В общем, недорого вышло. Ну все про все вышло около 5600 на 6 человек. Что мы не туда попали, да? Золотая молодец. Нет. Очень красиво. Пальмы растут. Прям красиво здесь очень. Богри. Это только, наверное, в зоне отелей. Сейчас поедем в центр города. Сначала в парк. Вот, хотим на колесо обозрения. А потом уже пойдем, поедем в центр города. Ненадолго. Хотя бы просто посмотреть, что из себя представляет этот город. Если будут какие-то магазины, мы обязательно зайдем в них, посмотрим. Потом у нас по плану в Натор и домой. Ну что? Че, клоус? Так, делают входную группу. Не знаю, пусть от нас, работает ли он вообще или нет. Ой, в общем, хотел я взлететь на дроне. Подошли мы к колесу обозрения, парк не работает, но я думаю, взлечу на дроне. Хотя бы вокруг колеса обозрения пролечу. Не дали, я только начал взлетать, выбежал охранник. Стоп, 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 свисток свистит. Не пускает, короче, сказал, нет, нельзя. В итоге посадил я дрон.
Ну, не знаю, возможно, запрещено просто снимать, а возможно, из-за того, что все-таки здесь вертолет, и, наверное, не один. Это что-то наподобие Гульшан, наверное, Даки, богатый район. Так, дальше у нас по плану, значит, прыгаем в Хайс, едем в центр города. Ну и посмотрим, что там. Мы как-то ездили по Даке с водителем без прав. Чуть-чуть, и мы бы пешком пошли, но... А у них что-то права есть? Да. Они жестко проверяют. Ну что, на тук-тук? На тук-тук. У него прав не оказалось. Он его хотел совсем... Алейкум. Все, приехали мы в центр Богры. Вот там знаменитая статуя. Середина. Это и сейчас мы идем. Здесь очень бешеное движение. О, слава богу, друг. Сейчас пойдем по магазинам, прогуляемся. Прямо. Воу-воу-воу-воу. Я его сожрал просто. Так. Не знаю, просто куда-нибудь идти, погуляем. А, ну ладно, ну сейчас развернемся, пойдем в другую сторону. Вон какой-то магазин. Сейчас пройдем. Ой-ой-ой. Суета. Пойдем. Направо, где ребята идут? Вон идут. О! А, салам алейкум! Оп! Опа, тут на всех! Оп, 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 оп! Суета большого города. Хотя город не сильно большой, но народу очень много. Точных данных все-таки нету. Где-то одно число, где-то другое. Точно непонятно. Но людей очень много. Не пройдешь. Ой. Ай, блин. О, что-то это. Не, больше никаких. Больше никаких экспериментов. Все, я предлагаю вот там. Да. По 10 секундам, да. Да. Нет. Пойдем. О, бай. Не знаю, что это такое.
только для того, чтобы проехать. Акима, как name это? Place. Place, Рани Бхобани. Рани Бхобани? Да. Все, понял. В общем, вы слышали, как это место называется. Я сразу не выговорю. Недалеко от мотора находится 4 километра, на самом деле. Мало кто о нем знает, но на карте есть. И фотки дублируют, и моторы этот. Поэтому Google неоднозначно показывает. Но место необычное. Сколько раз мы проезжали мимо, никто не видел это место. Ну, пойдемте, покажу вам, что здесь есть. Какое-то время здесь, видимо, была прям великая эпоха. Да, колониально называется. Да. Великая колониальная эпоха. Потом... Что? Не так. Они могли просто вместе... India, Muslim, Hindu. India, many kinds of religion. Видимо, Бангладеш сейчас, конечно, не лучшие времена переживает. Но когда-то он был довольно-таки богат. Ну, куда-то нас водят. Водят нас по разуванию, на чернодельнице. Да. О, мангусты, вон, смотрите, мангусты. Мангусты, смотри. Какие здоровые. Они тут живут, да? Сейчас. Да, это. You all family, да? I'm not family. Family. Yeah, family. What about Bobby? Да, просто вот, ты когда будешь это отдать? Я сам хотел кинуть. Можно? Да, кидай. Только разводят меня. Тысячи по полторы. Разводят просто. Не зайди. О, не зайди. Ну, кидай, Санечек. Опа.
Да. Не, ну вот. Один большой мангуст. Ну да. У нас по 100 км? Ну да, наверное. Хватит? Я думаю, надо заканчивать. Да. Возможно, может быть какой-то либо сказка, либо что-то из этого. Ну да. Фольклоры их. Да. Да нет. Красный эти, поречники. На да надо сейчас только куда-нибудь отойти, то деревьев много. Арак покажу, ноги выше. А че за лету пушат нау? Вот так сам. Ну я хотим настолько. О. Хорошо же? Можно? Спасибо.